45. Из трехзначных чисел наугад выбирают одно число. Какова вероятность, что будет выбрано число, делящееся на 5, но не делящееся на 2? Значит, ну, давайте мы с вами посмотрим, как решаются такие задачи. Задача номер 45. Так. Давайте вспомним, сколько всего трехзначных чисел. Я не буду уже повторять, как их считают. Примем за данность, что всего чисел 900. Это трехзначные числа. Нам надо выбрать число, которое делится на 5, но не делится на 2. Это опять относится к тем задачам, где очень часто применяется арифметическая прогрессия. Конечно, если у вас много времени, вы можете повыписывать в ряд все числа, которые делятся на 5, не делятся на 2, но это займет у вас очень много времени. Итак, первое трехзначное число, которое делится на 5, но не делится на 2, это 105. Понятно, что последнее трехзначное число, которое делится на 5, но не делится на 2, это 995. Каждый раз это число будет увеличиваться на 10. Да? Поэтому D, разность прогрессии, будет 10. Дальше мы записываем формулу арифметической прогрессии. АН равняется А1 плюс D умножить на скобочку n минус 1. Вместо n мы ставим 995 равняется 105 прибавить 10 умножить на скобочку n минус 1. Переносим 995 минус 105 равняется 10n минус 10. Ну, решая подобное уравнение, мы получаем, что n равняется 90. Следовательно, вероятность вычисляется как 90/900. 90 – это благоприятное событие, а 900 – это общее количество исходов. И результат будет 0,1 из 7.